Джош Роузвелл. Прием, прием. Есть кто живой? Суслик вызывает ослика. Суслик вызывает ослика. Сус? Какой так, суслик? Какой ослик? Я не знаю. Внимание, внимание. Значит, ты либо суслик, либо ослик, да. Я промолчал. Внимание, внимание. У нас графтоний на безумие. Безумие, безумный графтон. Внимание, внимание. Грегори Рейдж. Я не понимаю, что происходит. А подождите, а где все вещи? Я все купил, я тоже все купил, все деньги я потратил. У нас все есть, да. Да, у нас всего хватает, всего достатки. Главное, просто вера в себя. Так, ну журнал мне нахер не упал, все. А вера, а надежда и любовь тоже в себя? Так, собираем, забираем. Так, его ищем, да? Ну ладно. Да, Гриша да, потерялся. Учтите, у нас рассудок уже сразу 75 на безумие. Да насрать нам на тот рассудок, мы мужики, нам ничего не страшно, мы ничего не боимся. Я держу крест, если что. Ща влетаем туда. Влетели, нашли призрака, уехали. Все, быстро, как Айкидо. Айкидо? Или яйки после. Мне кажется, что все в фазме знают, что такое Айкидо. И себя услышал блин, сейчас почему-то. Я что-то один, видимо, пропустил. Ничего, я сделаю тебе посвящение. Свет там проверьте, я на второй. Уже, Даш, там, уже в процессе. Там это тут или соседний? Да блин, ну ты, да, что в этой... Так, тут света нет, кажется. Без света. Дай нам знак. А что ты шепотом так? Че стесняешься? Дай нам знак! Че стесняешься? Я не хотел пугать вообще-то призрака. Тут как-то тьма, ни хрена не видно, вообще-то стрёмно. Так, света нету, да? Ну, уже есть, видимо. Дай нам знак. У меня дверь, дверь, дверь. Я бегу, 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 бегу. Меня трогает какой-то зверь, когда я открываю дверь. У меня призрак у меня. А дальше я ж не певец, я ж не могу. Потому что здесь валяется тетрадь, я слышу, что он дверь. Тетрадь смерти? 8 градусов. Да, 8, это пониже. Или здесь проверяете? О, 10 градусов. А лишь проверь ту комнату. Дай нам знак. Тут 14. Тут? Да, тут жарко. Ну, я пока здесь крест так размещу. Дай нам знак. Опа! Опа! Прошел на меня, мразотник. Не знаю. Фу. Сколько я там у тебя? Знаю. Сколько у тебя пипики? Не знаю, я не смотрел. Блин, жалко. Я он, короче, шел от кровати на меня. 8 градусов. Ты какой кроватный друг. Так, пойдем за вещами. Мой прекроватный друг. Мой любимый носок. Прикроватный сосок. Ладно, идем. Все, идем, никто ничего не слышал. Тут плохо работает связь, все нормально. Даш, ты какая-то очень серьезная. Стали свидетелями густовентами. Давай даже я тебя страшно по щечкам отлуплю, может, чтобы ты веселее была. Давай. А что это такое? Она какая-то невеселая, она какая-то сонная. Я говорю, давай я отлуплю тебя по щечкам. Это по щекам дают? Ну, это бодрит. Кровообращение по щекам идет хорошо, это бодрость. Мне надо быть веселым. Хотите рассказать? Ты нормальный, ты веселый. Только не бейте. Вы книжку принесли туда? Нет, идем на сейчас. Нет. БДСМщики. Так, что еще взять? У тебя камера. У тебя камера сама двигается, смотри. Она соль поворачивается. Возьмите соль. Соль, возьмите, посмотрите. У меня закончились места. Я взял, все, у меня свободное место. Ну, можно это самое. Между я с зайцем, я зайцем, короче, поеду нормально. Только аккуратно, я не знаю, кто у нас. Вообще какой-то. Я взял соль. О, соли мио. Нормально, все, распевочно. Он мне оставлял следы почему-то. Потому что не было соли. Я оставлю... О, облако появилось. Так, соли давай, придурок. Что здесь? Дайте я поболтаю. Сейчас. Так, журнальчик. Там вроде температурка. Я предлагаю уезжать, а Дашу оставим тут. Ребят, проверьте, он что-то похоронил. Может быть, МП-5 будет. Нас не слышит? Вот здесь что-то валяется. А, МП-5, вот она. Вот, ты взял? Тут. Нет, я взял. Он бросает. Сколько? 5! Во! Есть! Вот это Даша. Отлично. Ты чувствовал этот блокнот. Очень важно. Температура, кстати, тоже упала. Господа, все. 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 Это же единственное, что у нас будет. Да, у нас единственное МП-5. Замечательно. Можно забить на все остальное. Да, пар тоже изо рта. Даже не знаю, что вам сказать.
Давайте скажи, все скажи. Давай, не, давай, давайте подумай. Не выходить. Давайте челлендж обсуждения важных дел не на улице. Дома. Нет, так да, что я имею в виду. Всего лишь что на безумии. Ну, давайте, смотрите, мираж не будет наступать на соль. Надо сейчас еще туда много посолить. Большинство сможем по скорости раскусим. Понять. Да, вопрос. Я не думаю, что это тень. Ну, она начала очень активно. Я зашла, хотя, может быть, потому что я была одна, он начал. Ну, сейчас он кидает все, мы тут. Духа, все... душнилу, смотрите, душнилу надо будет обкурить. Я готова обкурить душнилу. Мюлинга надо слушать. Райдзю будет бегать по предметам, ну тут тоже надо послушать. Джин душный. Они, Горё. Горё, кстати, вычеркиваем. Горё у нас не будет, он не прячет. Кстати, я Баки вычеркиваем, он не может прятать свои улики. Да и Мюлинга вы. А, нет, не Мюлинга. Ты разошлась уже. Давай же всех не вычеркиваем. Да, Мюлинга будем по слуху. Пошли. А, стоп, наступил на соль. Все, ну все. Вычеркиваем нахрен того, кто наступил на соль. Ну, Рес, вычеркивай. Он попал в наш список. Так, Пошли за вонючками. Опа! Тихо. Ша. Трогает, а вдруг будет 25-я улика? Нет, не будет. Без 25-й улики сегодня. А я что-то не понял, а вы уже на улице, да? Класс. Заушли нахуй, забили. Есть там третий, нет там третьего. Побежали. Команда. Мечты. Так, Фотик, да, бери. Он, кстати, еще крусификс наш. Он не пытался еще атаковать. То есть, смотрите, это кто-то, кто атакует при не очень высоком рассудке. Угу. Так, пошли, нам нужна атака. Ну, пошли. Ладно. С одной уликой, конечно, такое себе. Как будем провоцировать? И где будем... Так, ты можешь обращаться к нему по имени, драконить его таким образом. Я нашла Хайден Плейс. Жора. Даша что-то нашла. Я нашла Хайден Плейс, где можно будет спрятаться. Так, пойдем. Вот так вот даже. Слушайте, а давайте его тогда... Стоп, я вырублю здесь свет. Давайте его тогда тут ждать. Нам надо посадить... А что у нас... А, предметов же нет. Это ж безумие. Да, вырубай свет, походим в темноте, потыкаемся по углам. Я так люблю это. Главное, не сожри. О, включил радио. Тихо. Радио включил. Да. Жора. Я вырубила свет. Так, ты тут? Господа, нам в любом случае надо его обкурить. Вам бы по очереди... О, крест хавает. Блин, он вырубил свет. Крест. Ням-ням. Так. Если нам нужна атака, зачем у нас там крест, да? Ну ладно. Сейчас будет жопа. Что? Что? Что такое? Что-то какая-то суета. Туда, сюда, блядь. Вперед, назад. Давай. Тут у нас просто свет. Так как он сажал крест... А, у нас включен... А, он просто... Да, у нас же гастуха была. С гаста... Когда он жрет крест, он, получается, вырубает везде освещение. Нормально. Готов? Да, конечно. Так, у нас что-то быстрое там есть? Страшное. В плане? Призрака или в чего? В плане призрака. Да, в плане призрака, да. У нас Райдзю может быть быстрый, если электроприборами зарядится. Близнецы, которые могут менять. Джин, который ускорится. Тут до хера. Ну, смотрите, раз он пытался уже атаковать, значит, он уже пытался... Ну, короче, у нас рассудок сел для этого призрака. Ну, мы не знаем, какой у нас рассудок. Короче, готовьте вонючки. Кто будет курить? Крест? Да, что, мы не курим. Первый, да. Кто будет курить? Да, да, ну что? Куривать? Ну, вообще, если что, оставить. Он опять грызнул, да? Сажал второй раз. Да, да, да. Пошла жара. Наел крестик. Сейчас начнется. А, давай, кстати, точно. Сфоткай крест и погибни. Не надо погибать. Давай сегодня без смертей. Вот попробуем челлендж без смертей. Ну да, это непроходимый для меня, по-моему, челлендж. Не знаю, что ты... Что-нибудь реальное предлагай. Прожить 5 минут. Не, ну это такое. Хотя бы. Вы решили, кто обкуривает? Алиш, ты будешь обкуривать? Не, я не буду. Давай, ты обкуривай, давайте, Даша. Я обкурю. Ты обкуривай, давай. Хорошо. Ты у нас профи. Давайте, я, если что... Все. Профи, куряга. Смотрите, если что, бежим на первый. О, что бросает. Алекс, уйди оттуда. Да. Опять бросил. Слушайте, такой бросун. Да ужас вообще. Трогательный, кстати, трогательный бросун. Никогда такого не было, и вот опять.
Вот опять он это делает. Это, кстати, может быть они, потому что не было ни одного хыханья-пыханья. А может, это тень какая-то? Слушайте, для безумия не кажется вам, что все равно? Он, конечно, кидает что-то, а не что-то. Смотри, тень атакует обычно по 35. Или 40, или 35 раз. Атака, тихо! Крис, ай, все. А где он? А где он? Уйдет, идет. На память. Что это был за звук? Бегом. Бежим мы прятаться, бегом. Похуй на ту дверь. Дверь кто-то закрыл. Слушайте, это не Мюллингли? А его не слышно было, да, практически? Давайте еще одну атаку переждем. Сейчас я засекла. Давай. Надо одну атаку еще переждать. Мы его обкурили, то есть сейчас 10. Смотри, когда он начнет кого-то из нас хватать, нужно будет бежать в этот момент. Думаешь? Думаю, так, да. Так, не поднимай. А у кого вонючки? У меня есть вонючка. У меня есть. Да, да, еще. Хорошо, то есть мою пока. Слушайте, мне показалось, что это Мюллинг. Не поднимайся. Ну, давайте слушать. В идеале, конечно, в туалете зашкериться на втором. Он как раз по коридору проходит, слышно? У тебя слышно плохо? Что-то стало. Да, я на лестнице стоял. Там лестница была. О, все, ага. Прямо сейчас, когда кто-то идет, не говори на лестнице, потому что ватная очень. Кто-то из вас сейчас сядет в туалете с вонючкой. А кто-то со мной будет тогда прятаться. Вспомним то прекрасное время, да? В туалете можно жечь бумагу, чтобы не воняло, да? Ребята, надо сейчас решить, кто-то из вас садится в туалете, слушает, если к нему зайдет призрак, он просто его сможет обвонять, а второй со мной будет убегать тогда. Давай я в туалете засяду. Да. Алекс, ты беги с Дашей, я в туалете, да. Закрой дверь, Алеша. Дверь закроешь. Да. Закрой, там сядь, сразу зашкирись. Ну вот войдет атака, я зашкирюсь. Но я жгу первый, не ты. Только не подглядывайте, ладно? Нет. Только не подглядывайте. Да. Олег жжет только, если к нему заходит призрак. Атака! Так, слушаем. Топает же. Пока не подбегаю, наблюдаю. Не знаю. Ой, подбегаю, что нафиг. Его было слышно рядом. Он пошел, кажется, вниз туда. А где выключатель? Ну, короче, я его слышал. Он топал возле меня. Ну, шаги обычные слышно было. Он ходил, топа не было. Мне показалось очень тихо. То есть его я слышал, это хоп-хоп-хоп. Он разговаривал, он топал. Потом, когда он отошел. Да. Когда он отошел от меня, тогда его плохо было слышно. То есть ты его все. Он у тебя пропадал? Да. Так, пойдем выйдем. Значит, это точно не душнило. Прошло где-то 1.5 минуты. Это точно не дух, мы его можем вычеркнуть. Я бы не сказала, что это близнецы, потому что два раза с одной, то, по-моему, просто обычная скорость у него. Это не Райдзю, он бы к нам выбежал. Там же лежат всякие эти электроприборы, то есть это не Райдзю. Mm-hmm. Я бы близняк... Давайте еще одну атаку посидим, послушаем. Даш, иди ты в туалет. Иди ты посиди в туалете, послушай. Но это не Мюллинг, он топал, я его слышал. А мне казалось, у него пропадает... Так, сколько у нас вонючек? Значит, я сижу в туалете... Две. Ты мою жёг! Ты сжёг мою вонючку! Черт, блин! Да ты чё? У нас одна вонючка, Даш! Извини, пересчитываю! Прости, всё, я одна осталась. Блокнуть и рылся! Но... Тогда смотрите, я прячусь в туалете, а вы вообще просто спрячетесь где-нибудь в доме. Ну или хотите, вообще можете здесь сидеть. Давай в комнате призрака засядем. Да, сломаем систему. Хотите? Точно. А хотите, можете со мной посидеть. Можем втроём сесть в туалет. Давай, втроём в туалете всегда веселее, правда? Пойдем тогда. Только быстро. Так, возьму-ка я свечу. Канделябр. Не, канделябра у нас пока тут нет. До них надо еще дорасти. Они внизу там. Ладно, фиг с ним. Олеж, заходи, закрывай. Так, если что, я обкуриваю, ребят. Нормально. У тебя фотик был с собой, Алекс? Фоткай грудак. Да нет. Он внизу. Ай, блин, жалко. Я заберу. Так, сядьте здесь, я буду его, если что, обкуривать. Давайте я тут. Можно прям в ванную сесть.
Я со свечками прям, смотри. Тихо, ребят, не разговаривайте, пожалуйста, во время атаки. Рос, мне еще лепестков сюда накидайте. А можно? Так. Работает. Уплыл, плывет, плывет, смотри, плывет свеча. Свеча плывет. Да, сейчас. Ковчег сознания. Нифига себе, блядь, она же своей жизнью живет. В атаке. Да, ля романтик. Вот. Сел и спокойно сидишь. Все хорошо. Надеюсь, что когда-нибудь он будет атаковать. О, на мать. Это было сильно. Вот и свечки пригодились. Да, пригодятся теперь свечки. Все, лампы нет у нас больше в ванной. Там две свечи внутри. Да не, вряд ли. Пар был бы. Ну, было бы видно. А, вода не крутится. Чего, блядь? Бегите! Я... Беги! Он тут, быстрее! Ай, не убег! Не убег! Блядь! Бля, Алекс, держись! Ай! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ах ты собака, блядь! Пошел вон! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, бегом, блядь, бегом. Ух, какие мансы. Так, я не знаю, увидел он меня, блядь, не видел. Я, короче, вроде как бы под столом на кухне убежать успел. Фух. Так, пошла нахер. Кто живой? Я живой, я убежал от него. Что это было? Опять атака? Какого хрена вообще? Ладно. Я вышел. Я на улице. Держу дверь. Какого хрена? Короче, он убил Алекса. Он появился на месте ГОСТа. Ну, он, получается, к нам пришел такой, типа, здрасте, разбил лампу и, ну, начал, собственно, атаку. Слушай, я не знаю. Я от него убежал, мы на кухне с ним, он, короче, с одной стороны стола зашел, а я оббежал стол и поднялся на второй этаж в туалет. Так вы на кухне были? Ага, значит, я вас слышу. Нет, слушай, Алекса он убил там, на входе в комнату, на втором этаже. Я знаю, нет, я имею в виду, вы вдвоем с призраком. Смотри, могу предложить еще одну атаку пересидеть. Алекс посмотрит на скорость, потому что у меня почему-то уже подозрение, что это твины. Алекс, или ты так не думаешь? Но он вроде не бегал. Он бы догнал бы меня. А мне показалось, что он за тобой бегал, нет? Если бы он за мной бегал, я бы умер уже. Хочешь посмотреть? Или все-таки... Алекс же не может услышать Мюллинга. Ну, короче, давайте еще одну атаку пересидим. Мы с Олегом сразу же засядем. Алекс, а ты посмотри, как он будет ходить. Ну, быстро, медленно, окей? Давай. Так, давай. Ты тогда первый заходи, иди сразу к нему наверх. Сейчас, подожди, ты куда пошел? Алекс должен к нему подняться, сразу понять. Атака... Опа! Беж... Так, ладно. Идет прямо сюда, падла. Прямо сюда. Блин, ну Мюллинг чисто. Ну, похож на Мюллинга. Хотя ходил достаточно бодро. Видишь, как? Твин. Странно. А кажется, что какой-нибудь мимик. И все. У мимика нет, по-моему, P5.
А что ты... В смысле? А, что по скорости? Бегал? Нет. Не бегал, просто обычная? Обычная скорость. Зачем ты дверь закрываешь? Я далеко стою, ты же видишь. А, угу. Конечно. Ты подошел. Я далеко стою, чего-то. Так, Алекс, у тебя появились какие-то идеи? Не знаю, я что-то за Мюллингом. Мне показалось, что в какие-то определенные моменты я его вообще не слышала. То есть вообще теряется он с этим самым... Поднимите руку, кто за Мюллинга? Я не за... Хорошо, хотите еще атаку или уже поедем? Что вы думаете? Я думаю, надо ехать. Что нам дадут эти атаки? Хорошо. Мы прячемся в другом конце дома. Он появляется там. Его не слышно, он не добегает до нас. Нет, это не связано никак. Мы же не... Нет, ну если ты хочешь послушать его время атаки, надо садиться ближе к нему. Да, мы сели уже. Подожди, он к нам спустился. Ну, короче, хотите, ставьте кого-то. Можно Они поставить. Я не знаю, мне кажется, что это не Они. Тень, ну не уверена. Джин, да вряд ли. Твины, Алекс говорит, что скорость постоянная. Я за Мюллин. А вы ставьте кого хотите, я поеду. Ну давай поставим ради интереса. Не, Даш, если это не Мюллинг, то ты будешь должна уже 10 литров пива. Поставь кого-то другого. Поставь кого-то Подожди, другого. Но ты же слышала его шаги. Я его то слышала, то они терялись. Это мы терялись. Вон, минус Алекс уже, хорошо, видишь? Хорошо, твои предложения. Еще идем слушать. Мои предложения. Поехать домой отсюда. Let's go. Ну, посмотрим. Не знаю. Не знаю, может и Мюллинг, может, все в этом мире, как говорится, может быть. Ну, Даша у нас обычно не ошибается, но не в этот раз. Близнец, я же говорил, что это не Мюллинг. Да, все-таки они. Я же сказала, что, возможно, твины. Ну, были. Вот единственное, с кем я думал, что, ну, вроде бы скорость. Мне показалось, что вот эта последняя атака началась не с этой комнаты, а с другой, где вот мы сидели откуда-то оттуда. Единственное, почему. А, но по скорости они, падла, одинаковые были. Никакой разницы я не заметил. Быстрые, да. Но да, но знаешь, как я знаю, насколько близнецы не обязательно это, они меняются или это, может и подряд несколько атак, я может да, попал на такие, я мне показалось, что... две или три видел и все время, да-да. Мне показалось, что эти три атаки, они были тупо одинаковые, не медленнее и не быстрее, то есть знаешь, просто обычная скорость. Поэтому, хотя мне пока еще под конец, он действительно быстрее. И Олег убежал удачно, это, да, ну... Ну ничего страшного, бывает. Ну зато не Мюллинг. Были сомнения. Зато не Мюллинг. Ладно, у нас Алекс, между прочим. Алекс, короче, ты кто? Ты давай сразу скажи, да. Кто ты, мы поедем. Я знаю только Кельвина Харриса, тут Алекс Харрис. Тезочка, тезочка, да. И это беру. Ну, Алекс Харрис. Ну ладно, так, ладно. Давай возьмем. Сейчас будет. О, нифига, ультрафиолетовый. Сейчас мы его отжарим, этого Алекса. Ну, в смысле, который призрак. На меня ассасин так не влияет. Все, ты с порога зашла, сразу дай нам знак, дай нам. Не надо нам ничего давать, не нужно. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Заходи. Ну, у тебя хороший термометр. Не, у тебя хороший, у тебя лучшее говно. У тебя самое лучшее говно в этой карте. Зато надежное, задёжное. Главное не разбить вот это ртуть, пары вот это вот. Вредно. Там нет ртути, это этот, алкогольный градусник. Алкоградусник. Тогда я лучше разобью. Чего падает? У меня падает. А, у него... Даша, это уже к врачу надо, если у тебя падает. Тут уже проблемки. Даша, это нам бы, да. Так, Даша, а где у тебя падает? Что-то может падать у нее, скажи, где она? Ты здесь? Дарья, where are you? А, понятно. Поговори со мной, тезка. Ты Саня или Лёха? Признайся. Что-то тут падало, короче, ищите, что упало. Ну, давай поищем. 14 градусов, чуть кстати. Аккуратненько расставлено, да, что ты гонишь на Саньку? Значит, наверху что-то или падает. На Лёху. Так, дай Give знак. Sign. Значит, наверху что-то упало. Ну, что-то падает. Тут 15, ну, там в той комнате прохладнее всего. Сколько? 9, как почти это? 10 градусов. Что а здесь могло упало? Упасть, Далша? У тебя скрипнул стул, и ты подумала, что-то упало. Ну, конечно. Что ты, падла, роняешь? Блин, может, наверху что-то ранит. Ну, я слышу, что падает. 15 градусов. Так это в гараже, наверное, Дарья. Джария. Дашкент, это там, точно.
О май. Что это? Тряпочка? Тряпочка не падает. 17 градусов. Что-то может упасть, блядь. Температура. Тут все в порядке. Самооценка. О, опять этот самый, ребрышки. Барбекю. Так, короче, ищи. Алекс, неси свой фирменный соус. Да, у меня есть фирменный соус. Да? Так, ребрышка, все пойдет. Так, ну дай нам знак. Слушай, мы же на безумном безумии. В чем дело? Что так уныло? Подожди, у Даши что-то падало. Наверное, падали в спальнях что-то, может быть. Думаешь? 18, мать его, градусов. Смотри, самая холодная комната была вторая в подвале. Классно, побежали в подвал. Что, уронила, потом подняла, брат? Да, это очень послушный призрак. Пятнашка. О, что-то пикнуло. Два здесь. Только что развернулся. Кто, вот этот маленький, по-моему. Да не может, Даш, ну что ты рассказываешь? Да ты чё? Нет, ты хочешь нас обмануть, да? Ты хочешь нас обмануть? Алекс, разверни ее, давай попробуй. Ну от него... Сейчас. Не, за сиськи не разворачивай. Я еще не настолько близок. Не знаю, не крутится. Слушай, уже не первый раз этот манекен мне... привлекает. По-моему, он развернулся. А вот и валяется эта штука. Сколько тут градусов? Какая? Ну, баллончик. 12,3. Где пар? Какой пар? Нет пары еще. В этой комнате было прохладнее всего. Тут 7 градусов. Сволочь, свет вырубил. Короче, ребят, он здесь. Да-да. Даша, в этой комнате 7 градусов. Выключатель, ребят, проверьте. МПшкой. Бегу. Он трогал только что. Быстро. Ко мне! Сюда! Куда ты ушел? Туда, иди проверь выключатель. Да! Два! Дотянулся. Ну, два. Ну, он подошел. Короче, он где-то здесь. Но где, я не могу понять. Ладно. Да вот же, я же вам... Вы меня слышите вообще? Меня слышно в рацию? Да, ты имеешь в виду здесь? Я вам сказал, 7 градусов здесь, в этой комнате. Ну, 7 это мало... Во всех остальных под 18. Ну, такое. Чтобы я пришел, а вы были в этой комнате. Все, закрываем. Чего это? Нет, я... Все, Даша, мы тебя закрыли, ищи. Да пойду за другими вещами. Ну, пойди, у меня тоже что-нибудь. Мы тут, Даша, мы недалеко. Даш, чего ты вышел? Тебе же нельзя из комнаты выходить. Кто сказал? Наказано. Пока не найдешь призрака, из комнаты не выходить. Блин, эти прически кто в тумане. Кто придумал это правило? Я придумал это правило, и его надо соблюдать. Бери журнальчик. Так, беру блокнотик. Возьмем радио, сольку. О, ребят, я соль взял и радио. Так. Погнали, оттарабаним. Посмотрим, как там дела. В принципе, самая холодная комната была именно в подвале. Что бы он там ни ронял, кого бы он там за задницу ни трогал, и какие манекены бы ни поворачивались, истина всегда где-то рядом. Сейчас посолим, посмотрим, чего, зачем, куда. Так, один здесь, один здесь. Ты старый? А, свет надо выключить. Ты старый? Ты молодой? Ты мужчина? Ты женщина? Сколько тебе лет? Это твоя комната? Ты здесь? Не. Так, извините. Сейчас все накидали. Можете дальше общаться. Топает мразотник. О, прошлась. Нет отпечатков. Не-а. Значит, у нас отпечатков, наверное, не будет. Опа! Ну, трогай. Но это не пятерка. Не, у пятерки Олеж, там более яркие. Олеж, поговори еще, попробуй. Давай. Хочешь, я поговорю или ты поговори? А где радио? Ты старый? А, говори. Ты молодой? Ты мужчина? Ты женщина? Поговори со мной, ублюдок! Пошел. Ты здесь? Я ненавижу тебя, призрак! Не убивай меня! Ты здесь? Может, нам подальше? Ты большой? Ты маленький? Смотри, тут ты пара. Мальчик удаленький? Ты здесь? Нет? А, так здесь что, может, он коридорный? Подожди, Олег. Что это? А где термометр был? Хороший. Хороший на полу.
А чем тебе этот не нравится? Он тоже хороший. Это, вот все-таки этот хороший. Ну ладно, ну это надо ждать. Алекс говорит, что он здесь. Не, не там, не там, Олеж. Здесь. Коридорные чисто? В коридоре. Угу. Да, тут пар. Тут пар. Тут температура, пар. Ну, где-то градусов 7, наверное. Значит, падает, падает. Подожди, падает, да. Падает. Написал дневник, дневник, дневник. О, опа, здесь? И роняет, ой, роняет. Журнал. Я тебе. Кого он там роняет? А где он? Ой, может, Ревенант будет. Подождите, дайте. Лучше Диоген. Давайте лучше Диогена. А нас может быть. Все еще не атакует. Дайте подумать. Точно не демон, блин. Тень какая-нибудь. Смотрите. Вангую. Ну, надо обкуривать. Как для тени, наверное, он так и активен. Там что-то роняет, что-то делает. Да, он достаточно активен, причем да? Мы вместе. А мне как-то показалось, что не особо. Ну, для бешенства, опять же, у нас же какая-то должно же как-то. Я предлагаю пойти взять вонючки, надо обкурить, что у нас опять душнило. Алекс, положи рамочку с котом вообще аккуратно перед входом. Я думаю, что это. Может быть, это его задержит. Спасибо, что послушал. Вот так вот даже. Спасибо, что услышали, приятно. Ладно. Да я вот тоже вещи решаю накидать. Собака ты драная! Придется идти в подвал. А, он сожрал крест! Ой, все, я текаю, он крест сожрал. Ой, это бежим! Был, давайте бежать, это ж так страшно! Бежим, бежим, не дай бог убьют. Бежали. Ну да, я же вещи накидывала, а не вы. Побежали? А-а-а-а, я бегу. Ой, а где вонючки? Страшно. А где козырные вонючки? Так, тут все чисто. Ты умеешь покупать? Мы еще маленькие. Так что это ты не купила? Ну, маленькие. Так, ну можно поротейтить. А, вот ротейтнуть камеру. Ну а зачем нам. Подождите, а может у нас мимик какой-нибудь? Ротейтнуть камеру. Есть? Мимик же может. А, нет. Да, нет, нет. У него нет райтинга, если я не ошибаюсь. Эти иностранные слова. Ну, хорошо, прекрасные. Давайте надо его обкурить. Ревиком мы поймем. Мара, я не знаю, может, это и Мара. Короче, пойдем. Ну, пойдем. Надо первую надо атаку переждать. Да, может, может это Ревенант вообще, и мы все сразу поймем. Так что. Ну да. Так, это кто уже? А, дорожки полтора уже? Ты уже села, Даш? А, ты а там есть ну, где прятаться? Да, конечно. Ты в гараже будешь? Не знаю. Чего? Не знаю. Понятно, спасибо. Что ты вредный. Почему? Просто у меня подозрение, что это Полтер. Да он не такой активный, как для Полтера. Он там все бросал, трогал. Ну, хрен его разберет. Не набрасывайте много, должен быть примерно метр для дорожки. И метр надо... до дорожки? Его мне надо... под каждым видосом пишут, что эта дорожка уже давно не работает. Ну, конечно. Ну, красиво зато, смотри как. Не знаю, мне нравится. Тут прямо на входе молоток валяется. Ой-ой-ой. Там вот внизу. Это блин, намек? Это плохо, да. Даша. Я выхожу из фазы, удаляю ее тогда, хорошо? Давай, если в, если в молоток валяется, это знак судьбы, видимо. Ну, там валяется. То есть он, получается, коридорный плюс комната. Блин, это серьезно. Еще и манекены двигает вообще. Я вот даже не знаю, что делать. Я боюсь. Мне страшно. Убей нас. Не надо. Убей убивать. Нас. Я убей просто их. Не знаю, я так испугался. Блин, у меня аж руки дрожат, адреналин аж подскочил. Что делать, я даже не знаю. Сейчас, блин, успеть бы выбежать. Ты хочешь картину украсть, Алекс? Да. Там за картиной обычно может быть сейф. А может и не роняет, да, здесь? Нет? Да, он эти картины на стол роняет, все верно. Блин, а я не могу. Кинь в картину что-то, и она упадет. Ух ты. Ну, по законам физики это было бы так. Но я так понимаю, что в фазме законы физики отсутствуют, как явление. Учти, призрак следит за тобой. А ничего, мы не боимся. Ты бросаешь его любимые тарелки. Это его любимый ноутбук Lenovo. Тихо. А показалось. Поет? Нет. Показалось, что пыхтел. То есть я буду
делать это, микрофон буду выключать. Как ёжик. Да. Манекен уже в другую сторону повернул, прикиньте. Так и повернул. Это какой-то манифик. Молоток, манекен, манифик. Манифик, все на мэ. Что-то какой-то он унылый, да? Да. Вам не кажется? Да мы тоже не особо веселенькие. Это тени, наверное, обдристаны. Да, конечно. Но он ведет. Он ведет себя как тень. Он пока себя вообще никак не ведет. Что там? Крест один раз. О, смотри, реально развернулась. Да, да, аж говорю, крутит. Интересно, а где голова этого манекена? Пар аж здесь. Понятно. Я так понимаю, что он ведет себя так, как будто мы выпили что-то, чтобы не было атаки. Что-что? При этом мы ничего. Он ведет себя так, как будто мы таблеток бахнули. Он не нападает и не делает атаку, пока мы втроем тут тусим. Но мы же не в его комнате тусим. О! Или? О! Мама! Твою мать! Блять! Ай-яй-яй! Вашу мать! Ух ты, японский, блядь. Минус Даша. Зачем ты жжешь? Со страху. Он как Хан Соло. Его замуровали, как Хана Соло, мать твою, а? Физичка. Да ничего страшного, Даши все равно уже нет. Самый душный призрак. Нормально. Даша убили. Даша, нифига себе. Да я, а я думал, тебя сразу, прикинь, тоже. Не-не-не-не, я кинул туда нормально все. И ты тоже благовоние сжег свое? Конечно. Мы все втроем пожгли все, так, что было. А Даша не успела. Так, все, я Дашу подберу. Так, надо еще за одним сходить. И так, ну я думаю, у Даши есть какие-нибудь идеи? Конечно, пойдем поспросим у нее. Пошли в машину. Да пойдем. А, подожди, стой. Она говорит, наверное, не надо выходить. Я чувствую ее внутренний голос. Она говорит, да? Подождите, может быть, обкурился дух. А, и может быть, полторы минуты он не будет атаковать. Что нам делать, Алекс? Что нам делать? Алекс, скажи мне, что делать? Выживать! Как? Да где ты вообще? Я здесь. Да что ты мне рухаешь? Ой, блядь. Что делать? Ты помнишь, что в этой карте ты можешь прятаться в тумбочке? Ты можешь в тумбе зашкириться. Да? Угу. Это помогало бы? Например, можно в пикап залезть сзади там тоже. Ты отсчитал, кстати, полторы минуты? Потому что я забыл включить свой секундомер. Не, ну я так чисто, знаешь, интуитивно. Хорошо. Ну я думаю, Даша сидит с секундомером. Да, конечно. Он атакует. Блять, да. Тихо. Нет! О, блядь, не пугай же так, жопа! Фух. Ну, это не Диоген. Точно. Натурником, я чуть не поджег опять. Так. Он не бегал, он ходил, топал, его было слышно. Так, и прошло, кстати, мало времени. Это не ревенант. Мне кажется, ревенант еще тише, еще медленнее ходит, да? Не, это не Диоген, это не какой-нибудь ревенант, это не то. Много чего можно вычеркивать. Ну вот кто это и что? Так, наверное, сейчас можно выйти, Даш? Хоть с телом говорю. Даша, можно мы выйдем, пожалуйста? Да, пожалуйста. Все, она говорит, бегите. Бегите, глупцы, она говорит, Алекс. Валим отсюда. Давай. Все. Так, хорошо, пойдем в машину. Наша сладкая жизнь закончилась. Так, сейчас наша мать все знания скажет нам. Да, сейчас все знает. Да, скажи. О, великая мать умов наших фазмофобских. Скажи нам, кто это. Света, чайник. Мы дадим тебе подношение. Что это? На свисток. Так. Кто это? Ты знаешь, кто это? Ты, если знаешь, то урони. Так, а есть какие-то подозрения? Отлично. Да. Нам нужна еще атака?
Прекрасно. Да, мать вышла на контакт. Бери благовошку. Давай, сейчас будем его троллить, а да, Даша, что-то посмотрим. Идем посмотрим. Что-то ей неведомое. Я знаю, что Великая Мать никогда нас не предаст. Блин. Великая Мать Фазмофобии сможет разгадать тайну. Не факт, что правильно. Но мы постараемся. Вот, смотри, так, она что-то делает. Так, дорожку. Это... Что, ты намекаешь на полтергейста? Нам ты думаешь, дорожку? Что это полтер? Она ничего не роняет. Она не думает, что это полтер. Я тоже так не думаю. Вот, смотри, чашка уронилась. Смотри, она да, делает дорожки, чашка. Смотри. Так все-таки что, нам делать дорожку? Можешь не делать, мать за тебя все сделает. Смотри, она делает. Она ровно метр, видимо, делает. Так, ну не знаю. Так, ну нам нужна атака, я так понимаю. Че, мы туда мы опять ломанемся? Туда вниз опасно идти. Злой призрак может убить нас. Может. Слушай, а ты говорил в пикап залезть. Да, залезть в пикапчик можно. Но ты можешь погибнуть. Имей в виду. Да? Хотя, если у тебя есть благовоние. Вот, ты находишься внутри пикапа, вот тут и сиди. Так, я как-то заглючил немножко, но ничего. По-моему, атака, я дверь закрытую услышал. Жди. Так, жду. Не знаю, на какой черт, но проверить хочется. Так, ну благовоние снимешь с тела, если что. Ой, интересно, достанет или нет. Ой, не надо, не надо, не надо. Най, достал! Место ненадежное. Но ничего страшного. Вот еще ходит. Да, место оказалось ненадежным. Привет, жидкие гвозди. Ничего так. Нормально. Я поехал. Вы все подохли. Я не хочу такой же участи. Я уезжаю. Давай, жидкие гвозди, поехали. Спроси там у королевы матери, кто это был, и в машине мне расскажешь. Вы думаете, это Полтер? Вы, хорошо, давай так. Вы знаете, кто это? Вы не уверены. Поставим Полтера? Нет? Мара? Не уверен. Дух? Морой? Тае? Тень? 50-50, да? Хорошо. Давай поставим, поехали отсюда нахрен. Это самое злачное место. Ну его нахер. Вот тебе и безумие. Вот тебе и Алекс Харрис. Посмотрим, может быть тень, а может и нет. Все возможно. Это Мара, я говорю, я спрашивал. Мара гребаная. Да ладно, ну, я угадала. Блин, а я нет. Подожди, а ты что ставил, вот это кресло сорвался. Ты уехал, я шнула, подождите, я вас спросил, тень, Алекс мне помахал, да. Я поставил нет, тень и уехал. Алекс тебе кружочек да? поставил. Алекс я тебе поставил... кружочек ну... махал. Нет. Не, я показал, что у нас сомнения. Нет, я показал, где-то нет, где-то не знаю, а где-то я, да. Мара этот, я показал, что ну так, вроде вихлял, что непонятно. У меня было сомнение, Мара... Я тоже тень поставил. Подожди, я спрашивал Мара, показали... Нет, не Мара. 50-50, нет, мы не знали, мы не знали, там как Мару определить. Не знаю, там, да, там мне непонятно сначала было. Мне казалось, что Мюллинг, потому что я не, меня убили, я не слышу, как меня убили. Ну окей. Да, увидимся в новых интересных сериях. Все. В вашей любимой Фазме. Пока-пока. Пока-пока. Всем пока.